Энергоэффективный капитальный ремонт – это доступный способ существенно снизить затраты на содержание жилья, набирающий популярность в городах России. Инициатива улучшения качества в жизни в многоквартирных домах за счет инновационных технологий принадлежит госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, люди не только могут получить автоматизированные счетчики, ремонт и утепление фасада и другие энергоэффективные решения, но и вернуть часть потраченных средств обратно в фонд капитального ремонта своего дома. Включается в этот проект и столица Чувашии. Вообще, субсидирование мероприятий энергоэффективной направленности, это, значит, по двум основным направлениям идет. Это сам капремонт энергоэффективный и еще и энергоаудит. Вот. То есть здесь идет поддержка мероприятий в этом направлении, то есть энергоэффективных мероприятий. В частности, вот в ТСЖ «Лидер» по адресу Гагарина 29 было установлено оборудование по погодному регулированию. Значит, система теплоснабжения, то есть в зависимости от температуры окружающей среды, окружающего воздуха, регулируется уже температура теплоносителя в системе теплоснабжения дома. Теперь умная система не допускает перетопов. В квартирах установилась комфортная температура. Специальный контроллер регулирует подачу тепла. Кроме того, жильцы были приятно удивлены тем, как сократились их счета. Экономия составляет около 1500 в месяц. А сэкономленные деньги можно направить на другие проекты. Значит, эффективность прибора, она, в принципе, достаточно помогает нам сэкономить на квартплате. В каком плане? То есть в период, скажем так, сезонных перепадов температур, когда на улице тепло, то система позволяет она регулировать эту температуру и как бы меньше идет подача теплоносителя в систему. В результате всей этой истории, реконструкции наших теплоузлов, мы на сегодняшний день экономим порядка 20%. 20% – это те деньги, те проценты, которые не легли в квитанции на квартплату жильцам. То есть жильцы, собственно говоря, довольны. Специалисты проводят обучающие семинары с представителями управляющих компаний ТСЖ и жителями на тему энергоэффективности капитального ремонта. На таких встречах рассказывают об этапах его организации, источниках финансирования, размерах финансовой поддержки и других особенностях процесса. Подать заявку на участие в проекте можно очень просто. На сайте жилфонда везде есть наши контакты представителей госкорпорации. Нам отправляют пакет документов заявочный. Соответственно, мы делаем это все бесплатно, делаем расчет. Этот расчет является бесплатным энергоаудитом от государства. Мы этот расчет согласовываем с госкорпорацией, помогаем собрать полный пакет документов. Вместе это относим в администрацию города и, соответственно, прослеживаем все этапы получения денег. Такая совместная работа, проделанная по поручению главы администрации Алексея Ладыкова, дает свои результаты. И люди действительно должны ощутить реальную пользу и комфорт от проживания в улучшенном доме. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь столицы.